Здравствуйте, это итоги дня телеканала Управда ТВ. С вами Дарья Сударева. Смотрите сегодня в выпуске. За общественный транспорт в Ульяновской области возьмется пассажирская инспекция. Да, азовцев не бросят, предприятие будет сотрудничать с агентством по развитию человеческого потенциала. Карантин продолжается, число детей, заболевших пневмонией, растет. Это просто шквал. Спецназ уголовно-исполнительной системы отмечает день рождения. Госпрограммы, бюджет и законопроекты обсудили сегодня на заседании правительства с участием губернатора Сергея Морозова. Почему главы министерств собрались в банке и зачем нужен единый надзорный орган, в репортаже Виктории Черковой. Планы на будущее, бюджет и законопроект обсудили на заседании правительства при губернаторе. В этот раз мероприятие прошло не в правительстве, а в центральном офисе Сбербанка. Место проведения выбрано не случайно. Дело в том, что перед заседанием глава региона встретился с командой местных управляющих. Коллеги предоставили свои наработки в сфере умных технологий, в том числе предложения для социальной сферы, которые будут использованы в реформе управления регионом. Ну, например, вон там сегодня коллеги рассказывали, мы привыкли о том, что вот врач принимает, врач тебя осматривает, врач после этого, так сказать, сидит там либо на твоих глазах, либо после тебя еще, так сказать, там минут энное количество записывает то, что было, потом, так сказать, тебе направление и так далее, и так далее. Сегодня, используя все эти голосовые, в том числе, так сказать, возможности, цифровые возможности, это можно сделать там, ну, просто в разы быстрее. Поговорили и о развитии регионального бизнеса. Ульяновские товары в будущем будут продаваться на известных онлайн-платформах. Переговоры с компанией Wildberries уже состоялись. Мы превращаемся таким образом в центр электронной торговли, в центр цифровой торговли. Чем, в общем-то, гордился в свое время Китай, когда, используя цифровые решения, электронные решения, так сказать, создал несколько миллионов новых рабочих мест. Бизнес-атмосферу необходимо сделать комфортнее. Деятельность контрольно-надзорных органов переформатируют для удобства начинающих бизнесменов. Следующий момент – от создания в регионе по инициативе губернатора единого контрольного органа. Об этом тоже уже мы слышали неоднократно с вами. Составлена соответствующая дорожная карта, она одобрена губернатором, поддержана всеми задействованными структурами. И, собственно говоря, на федеральный уровень мы тоже представили эту дорожную карту, она получила одобрение. К слову, единый орган надзора будет первым в России. Губернатор поручил задачу юристам. И поэтому здесь особое внимание Преображенский к вам. Мы должны изучить и потом с коллегами из органов прокуратуры посоветоваться, посмотреть на всю нормативно-правовую базу. Прошлись и по законопроектам. Министерство образования предлагает реформировать работу с субсидиями. Сегодня мы каждому муниципалитету отдавали субсидию, а теперь сначала надо просуммировать все эти субсидии, а потом раздать по муниципалитетам. Никаких дополнительных условий предоставления субсидий данный законопроект не предусматривается. Перед принятием областного бюджета необходимо разобраться с госпрограммами. Например, упростить их для удобства реализации. С учетом всех изменений у нас государственными заказчиками государственных программ разработана 21 государственная программа Ульяновской области, из которых 19 направлены на продолжение мероприятий действующих государственных программ. А две программы – это абсолютно новые. Это государственная программа научно-технологическое развитие Ульяновской области. И второе – это содействие занятости населения и развитие трудовых ресурсов в Ульяновской области. Градостроительство ожидают перемены. Минстрой тоже присоединяется к цифровому движению. Чтобы не терялись объекты, сметы и разрешения, создадут единую электронную базу. В данной системе будут подключены все органы власти. Данная система будет подключена к Росреестру. В декабре планируется подключить все органы местного самоуправления. В следующем году нам предстоит наполнение этой системы как раз всей документации. Соцзащита представила госпрограмму, рассчитанную на 5 лет. Повышение качества жизни ульяновцев, снижение уровня бедности и помощь детям. На благородные цели заложены огромные суммы. Общий объем финансирования данной программы на 5 лет предусмотренный составляет 58 миллиардов рублей. Это очень большая сумма. Ежегодно государственная программа по социальной поддержке населения увеличивается. Вот только за этот год она увеличилась на порядка на 1 миллиард рублей. Министры донесли свои предложения, проекты и поправки. Осталось дождаться принятия главного финансового документа. 20 ноября в законодательном собрании будет принят бюджет на 2020 год. Виктория Черкова, Руслан Баталов, новости Управды ТВ. К
Карантин по пневмонии объявили еще в одной школе. С 27 октября по 12 ноября в Ульяновске зарегистрировано 44 случая внебольничной пневмонии среди учеников школ и 2 случая кори среди маленьких детей. В связи с этим введены ограничительные мероприятия в ряде образовательных учреждений. Так, на карантин закрыты школы номер 45 и 61, где зарегистрировано 12 и 15 случаев внебольничной пневмонии соответственно. В то же время в школе номер 28 зарегистрировано 12 случаев пневмонии. Поэтому по решению администрации школы ученики 4 Б и 5 Б классов отправлены по домам. В гимназии номер 34 этот диагноз подтвердился у 5 детей. По решению администрации учреждения на период с 15 октября по 25 октября ученики находились на домашнем обучении. К этому моменту известно, что карантин в школе номер 61 продлится как минимум до 17 ноября, в школе номер 45 – до 22 ноября. Сегодня в регионе открылась первая всероссийская конференция по совершенствованию системы питания в образовательных организациях. Она пройдет с 14 по 15 ноября на базе Ульяновского педагогического университета. Планируется, что участниками станут 250 делегатов из 36 субъектов Российской Федерации. За последние 5 лет вопрос организации питания волнует родителей все больше и больше. Об этом свидетельствует результат проведенного мониторинга в регионах России Министерством просвещения. Вопрос организации приема пищи обсуждаются на первой всероссийской конференции по совершенствованию питания в образовательных учреждениях. Форум проходит на базе Ульяновского государственного педагогического университета. На площадке собралось более 200 представителей 40 регионов страны. Участвуют в работе конференции также федеральные эксперты. У нас до проведения совещания проходил конкурс всероссийский по выявлению лучших практик. И Ульяновск у нас занял первое место в номинации именно муниципальная организация питания в образовательных организациях. И региональный опыт, который был представлен на площадке, был высоко оценен конкурсе и жюри. Поэтому нам интересно было приехать именно к вам сюда, посмотреть, изучить тот опыт, который здесь уже существует. Представителям регионов была представлена эта возможность. До начала конференции прошла экскурсия по образовательным учреждениям области. Вопрос организации инфраструктуры, горячее питание, льготы, взаимодействие с родителями – это основной перечень проблем, обсуждающихся на конференции. Необходимо создавать комплексную систему питания как на федеральном, так и на региональном уровнях. Это основная мысль, которая присутствует в докладах участников форума. Эксперт отмечает, что комплексный подход уже осуществляется в Ульяновской области. В Ульяновской области получилось выстроить такую систему многоступенчатую, начиная от образовательной организации вместе с детьми, педагогами, родителями и завершая всеми видами контроля за качеством продуктов, поступающих на пищеблоки образовательных организаций. Конференция рассчитана на 2 дня. Сегодня пройдет пленарное заседание, на котором выступит губернатор Сергей Морозов. Ожидается, что глава региона озвучит ряд инициатив. Они позволят существенно улучшить организацию питания в школах и детских садах. Егор Истов, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ. Сотрудники отдела специального назначения «Шквал» отметили свой профессиональный праздник «Днем открытых дверей». Торжественное мероприятие, посвященное 29-летию образования подразделений, прошло на базе отдела спецназначения. Наша съемочная группа побывала на месте событий. Поймать и обезвредить опасного преступника, пресечь беспорядки и выехать в горячую точку. Такая работа, говорят ребята. 29-летие со дня образования отметило подразделение специального назначения «Шквал» уголовно-исполнительной системы. В день празднования бойцы открыли свои двери для друзей, ветеранов и ребят из подшефных кадетских классов. Подразделение выполняет различные задачи, как на объектах уголовно-исполнительной системы. Это пресечение массовых беспорядков, противоправных действий осужденных, заключенных под стражу, подозреваемых. Так, освобождение заложников в местах лишения свободы. Предотвратить теракты, ликвидировать вооруженные формирования – прямая обязанность бойцов. Отдел спецназначения был создан в 1991 году. За это время «Шквал» заработал авторитет одного из сильнейших отделов не только в регионе, но и в стране. Личный состав не раз участвовал в боевых действиях по ликвидации незаконных вооруженных формирований на Северном Кавказе. Поздравить ульяновцев приехал и экс-министр спорта Николай Цуканов, бывший боец спецназа. Всегда приветствуется преемственность поколений, когда есть молодые сотрудники, когда есть ветераны. Ветераны у нас вот все тоже в строю. Пенсия у нас хоть бывает и ранняя, да, то есть, но она такая заслуженная. И, к сожалению, многие пенсионеры уже не с нами, но вот кто еще в строю, приходим, общаемся.
Главное для бойцов – безупречная физическая подготовка. Поэтому в спортзалах ребята тренируются ежедневно. Как итог, в отделе работают 11 мастеров спорта страны. Для приглашенных кадетов сотрудники показали боевые приемы рукопашного боя. Мастер-классом не ограничились. Ребятам дали возможность взять в руки образцы вооружения, которые используют сами бойцы. Показали фильм об отряде и даже дали забраться внутрь бронетехники. В завершении накормили всех гречневой кашей с чаем из полевой кухни. Нас пригласили представить тут оружие, всякое оружие, бронезащиту и все остальное показывать. За добросовестное исполнение должностных обязанностей и личный вклад в укрепление и развитие уголовно-исполнительной системы несколько сотрудников были отмечены благодарственными письмами. Пьемонт, качотто, камамбер. Итальянские сыры с успехом изготавливают в Ульяновске не первый год. Фермеры решили расширить ассортимент и включить линейку сыры с голубой плесенью. Получится у них это или нет, смотрите в нашем материале. Итальянские сыры ульяновского производства пользуются популярностью не только в родном городе, но и в соседних регионах. В крестьянско-фермерском хозяйстве Эллы Глебовой решили пойти дальше и расширить линейку своей продукции. Для этого в Ульяновск был приглашен известный в тесных кругах Фабрицио Далла Бернардо. Фабрицио – итальянский технолог. Он занимается производством сыра уже больше 35 лет. За это время успел поработать в молочной и сыродельной промышленности крупных холдингов Европы. Поэтому ему, как никому другому, известна вся специфика переработки молока. Я хотела еще в начале года начать отработку неварителя горгонзола. Искала варианты, как это реализовать. И компания «Advance», с которой я сотрудничаю, предложила мне провести отработку продукта у нас на предприятии. Я с удовольствием согласилась. Я сделала заявку еще летом, потому что Фабрицио очень плотный график. По словам Фабрицио, его все чаще приглашают в Россию. После введения санкций технология производства итальянских сыров востребована как никогда. Вместе с нашими технологами он отрабатывает рецептуры мировых сырных бестселлеров. И quindi con le mie colleghe, con il caseificio, stiamo mettendo a punto i parametri. Мы сейчас с моими коллегами совместно с Эллой, del latte trasformazione a formaggi. E verranno sicuramente dei formaggi molto buoni. Ульяновским сыроварам итальянский мастер поможет освоить приготовление горгонзолы, пожалуй, самого известного итальянского сыра с голубой плесенью. Также в планах ульяновцев начать изготовление полутвердого сыра монтазио и отработать варку сыра из овечьего молока. А пока над созданием итальянского сыра в Ульяновске трудится всего 3 работника, включая саму главу КФХ. Производство рассчитано на 150 килограммов в сутки. Продукция реализуется в торговых сетях Ульяновска, Самары, Пензы, Москвы и Санкт-Петербурга. К новостям Димитровграда. Автоагрегатный завод – одно из градообразующих предприятий Димитровграда. За время своего существования завод не раз переживал тяжелые для производства времена. Для того, чтобы предприятие занимало стабильное положение, а его работники были уверены в завтрашнем дне, между Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов и ДААС разработано и подписано соглашение о сотрудничестве. Работа будет вестись в целях сохранения стабильной ситуации на рынке труда, а также в рамках НАС-проекта «Производительность труда и поддержка занятости», утвержденного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. На ДААСе сейчас трудится порядка 3500 человек. В рамках сегодняшней действительности, когда рынок диктует свои условия, а квалификация технических работников требует более высокой подготовки, ситуация на предприятии бывает нестабильной. Для того, чтобы избежать этого и дать работникам уверенность в завтрашнем дне, между Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области и ООО «Димитровградский автоагрегатный завод» разработано и подписано соглашение о сотрудничестве. Сегодняшнее подписание соглашения стало определенным этапом в развитии сотрудничества между Агентством по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской области и администрацией завода. Значит, предварительно мы уже проводили ряд консультаций по возможности участия в реализации нацпроектов. Руководство Ульяновской области всегда уделяло особое значение нашему предприятию, значит, придавая значимость необходимую и неся ответственность за те результаты, которые, значит, осуществляются или достигаются нашими сотрудниками.
случае неблагоприятной ситуации на предприятии, а имеются предварительные сведения руководства предприятия, что в первом квартале 2020 года производство будет загружено не в полную мощность и планируется вести режим неполной рабочей недели. Будут предоставлены рабочие места на общественные оплачиваемые работы на территории завода. Граждане, которых затронет модернизация рабочих мест, смогут обучаться через службу занятости населения по существующим программам на специальности, требующиеся в настоящее время, а также в будущем. Кроме того, будут и индивидуально рассматриваться меры поддержки по линии социальной защиты. Мы предварительно все пункты этого соглашения уже обсудили и с руководством завода, и с бывалыми, скажем, людьми, которые уже в этом заводе работают не первый год, знают сезонные сложности, какие бывают у завода, поэтому мы решили с подачи опять руководства завода отработать на опережение, посмотреть сразу, что нужно сделать для того, чтобы в любых ситуациях, какая бы сложность ни была, что бы там ни произошло, чтобы мы могли людей поддержать, оставить их в производстве, оставить их на рабочих местах и при этом, чтобы они не потеряли материальную часть своего содержания. Кстати, технические профессии по-прежнему лидируют на рынке труда в Ульяновской области. Требуются высококвалифицированные специалисты. Именно поэтому, думая о будущем предприятии, ДАЭС подписал еще одно соглашение о сотрудничестве с ДТИ НИЯУ МИФИ. Татьяна Елисеева, Виталий Немов, специально для управды.ру из Димитровграда. Образование должно быть доступно каждому, особенно если это касается детей с ограниченными возможностями здоровья. В Димитровграде в ближайшее время должны подготовить полный перечень школ, где необходимо обустройство пандусов. Такое поручение дал председатель правительства Александр Смекалин. Решению предшествовало обнародование проблемы мальчика, который не может дотянуться до знаний из-за проблем со здоровьем. 2 года его мама обивала пороги местной администрации. Цена ее вопроса в денежном эквиваленте небольшая, но социальная значимость бесценная. Сын Оксаны Христофоровой учится в начальной школе лицея номер 25. Мальчик находится на домашнем обучении, школу посещает не каждый день. Для него и родителей это довольно сложная задача. Мальчик передвигается на коляске, и поэтому каждый поход в образовательное учреждение – проблема. Точнее, было проблемой. Теперь в любимый лицей номер 25 он может заехать по новенькому пандусу. Его установили у центрального крыльца школы несколько дней назад. Хочется сказать, выразить огромную благодарность Александру Александровичу Смекалину за помощь и поддержку в этом. Без него бы ничего не получилось. И, конечно, Сергею Ивановичу Морозову, потому что без их помощи, я думаю, мы бы долго-долго еще этого добивались. Благодарность в адрес региональных чиновников звучит не случайно. 2 года Оксана обивала пороги местной администрации в поисках решения проблемы. Дело сдвинулось с мертвой точки после визита на личный прием к Александру Смекалину. Кстати, председатель областного правительства с момента обращения к нему Димитровградки держал этот вопрос под личным контролем. На встрече с руководством школы и местным ГРАНО Александр Смекалин поинтересовался и тем, как будет дальше решаться вопрос с доступностью образовательных учреждений Димитровграда в целом. Важно наличие не только пандуса, необходимо предусмотреть расширение дверных проемов и переоборудовать санузлы. Ведь это сейчас в лицее учится один ребенок с ограниченными возможностями. Не исключено, что в следующем учебном году таких учеников прибавится. Сколько вообще вот у вас, так смотрели, я не знаю, сколько у вас посещали детей с ограниченными возможностями? Вообще просто посмотреть. Александр Смекалин поручил местным чиновникам собрать информацию о численности учеников с ограниченными возможностями и учесть, какие школы требуют специального оборудования для обеспечения доступности для инвалидов. Татьяна Елисеева, Виталий Немов, специально для управды.ру из Димитровграда. 15 ноября в регионе ожидается солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем составит 3 градуса тепла. Ветер юго-западный 4-7 метров в секунду. Президент России объявил 2019 год годом театра. Проект «Театральное Приволжье» реализуется при поддержке полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Видеоверсии спектаклей победителей регионального этапа 14 школьных и 14 студенческих театров представлены в открытом доступе на сайте проекта театральноеприволжье.рф. С 1 октября спектакли ежедневно транслируются в эфире региональных телеканалов и сетях кабельного телевидения. Проголосовать за лучшую постановку ПФО можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350 35 43. У каждого спектакля свой номер.
От 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных. Он размещен на экране при показе в эфире. В декабре 2019 года в Нижнем Новгороде будут подведены итоги фестиваля. Победители получат награды. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня на телеканале Улправда ТВ по будням в 18:30, 20:30 и 22:30, а также на информационном портале Улправда.ру. До свидания. Все больше семей в России думают о надежности своих сбережений. Нужен семейный совет. Что выбрать? Государственные гарантии, высокий доход по хорошей ставке или простоту в пару кликов? Мы объединили все, что вам важно. Облигации федерального займа для населения позволят сохранить и приумножить сбережения, инвестировав под гарантию государства. Приобретайте облигации в отделениях банков-агентов и онлайн. Грамотный семейный совет для всех.